Сегодня я хочу вам показать грушу январскую. Это зимний сорт, который хранится до апреля, до мая. Здесь дерево сравнительно небольшое, где-то 3-4 года ему. Вот листьев нет, остались одни груши. Вот, если так вот посмотреть, то это примерно где-то полкило груша будет. Это груша январская. В следующем году у нас весной, с апрелем будем продавать саженцы этой груши. Сразу предупреждаю, что цена такого саженца будет 750 рублей, а не 650, как стандартные груши. Здесь даже, кстати, птички поели. Так, одну грушу съешь и наедаешься. Они чисто сладкие, хранятся отлично. Так что всем желающим, кто хочет приобрести эту грушу в апреле, числа с 5, можете уже мне звонить. Такие огромные груши.